прошлые выходные дни 29 и 30 сентября в ледовом манеже стадиона «Старт» состоялись очередные игры первенства Свердловской области по хоккею среди команд детско-юношеских спортивных школ. За победу в группе сражались хоккеисты 2007 и 2009 годов рождения. На битву с «Титаном» приехали две команды – «Энергия 07» из Рефтинского и «Дюсш номер 1909» из Екатеринбурга. В субботу на саудинский лед вышли «Титановцы» 2007 года рождения и их ровесники из «Энергии 07». До стартового свистка оппоненты не имели очков турнирной копилки. Рефтинцы и саудинцы начали хоккейный сезон с поражений. Игра была очень напряженной и интересной, ведь ничто так не мотивировало игроков, как необходимость победы. Более удачливыми оказались игроки «Энергии 07». Практически в равной борьбе они победили «Титан» со счетом 6-7. Но наши хоккеисты 2009 года рождения отомстили за своих старших одноклубников. В воскресенье они словно катком проехались по своему визави команде «Дюсш» номер 1909 из Екатеринбурга, отправив 15 шайб в ворота соперника, при этом пропустив только один раз. После игр этого тура «Титан 07» в своей группе из 8 команд занимает последнее место. На счету наших ребят 0 очков. У юных саудинцев есть шанс реабилитироваться 6 октября. Им предстоит встреча с командой «СКА Юность 07» из Екатеринбурга. У игроков «Титана» 2009 года рождения дела обстоят лучше. Сейчас они в своей группе из 10 команд занимают вторую строчку, в копилке «Титановцев» 3 очка. Следующая игра состоится 9 октября. В Верхнюю Салду приедет команда «Кедр 09» из Новоуральска.